Европарламент во время пленарного заседания в Страсбурге принял резолюцию о признании России спонсором терроризма из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. За проголосовали 494 депутата, против 58, воздержались 44. Всего голосовали 596 парламентариев. Депутаты Европарламента отметили, что военные удары Москвы по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и убежища, нарушают международное право. Парламент призывает ЕС к дальнейшей международной изоляции России, в том числе в Совете Безопасности ООН, а также сокращению дипломатических связей с РФ и запрету учреждений, которые связаны с российским государством и распространяют пропаганду по всему миру. Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, в которой Россия признается ответственной за выплату репараций Украине. Документ предлагает создать международный механизм учета и компенсации ущерба, который понесла и понесет Украина в результате полномасштабного российского вторжения.